Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона сериала «Фандорин Азазель». Владислав Тирон. Эрос Фандорин – молодой сотрудник сыскной полиции, особые отличия, интуиция, везучесть и честность. Мила Ершова. Елизавета фон Эверт. Колокольцева – богатая наследница, жаждущая страсти и приключений. Сергей Горшко сыграл Ивана Францевича Бриллинга. Статского советника с непривычными методами работы, занимается исключительно секретными и важными делами. Максим Матвеев сыграл императора Николая III, правителя Российской империи, любящего инкогнито посещать концерты и сомнительные вечеринки. Милена Радулович сыграла Амалию Бежецкую, известную певицу, вокруг которой крутятся толпы поклонников и плетутся интриги, не так беззащитно, как кажется на самом деле. Премьера второго сезона российского детектива «Фандорин Азазель» состоится в январе 2024 года.